Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать на мое новое видео. И сегодня я для вас подготовил не 8, как обычно, а 10 крутейших игрушек. Это у нас Walkmasters, Coin Rush, Bulletman, Chicken Gun, Brawl Stars, Bomber Friends, Horror Show, Minecraft, Sniper 3D и Temple Run 2. Ребят, я буду очень сильно вам благодарен, если вы не поленитесь и поставите мне свой лайкусик, а также подпишитесь на мой канал. Ну а мы начинаем с игрушки Walkmaster. Ну и смотрите, что нам нужно делать в данной игрушке. Мы просто вот так вот ходим, да? И все? Это все, что от нас требуется? Серьезно? Так, мне нужно дойти до контрольной точки. Ну, я так понимаю, что это наша контрольная точка. Оп, есть, ребятки, мы дошли до этой точки. Погнали до второй, сейчас будем доходить. Аккуратненько, барашка, не свались. Аккуратно, интересно, она может стать на шпагат? Да, ребята, она может стать на шпагат, но мы... этого делать не будем. Тут у нас есть еще шарик вот такой вот для балансировочки, да, и оп, есть, мы дошли до второго пункта. Так, тут у нас пираньки, ребята, нужно будет аккуратно. Ой, ой, блин, свалился, ребят, чуть-чуть не дошел, я понял. Так, хорошо, это получается наше сохранение, да? Так, давайте мы еще разочек вот сюда и стой, да, блин, чё ж так сложно? Чё ж так сложно-то? Давайте попробуем тогда еще один разочек. Так, оп, есть. Друзья, идем аккуратно. Аккуратно идем. Даже не падай, чё ты падаешь? Может быть, это. Как его? Барашка боится? Стой. Легонечко так. Оп. Ребята, чё, прикол такой вообще? Чё происходит? А, тут шарика просто нету. Вот, я понял. А я-то думаю, что за прикол? И давай вот так вот. Оп! Есть! Хорош. То есть нужно большие такие вот шаги делать. Все, это сохранение. Молодец. Отлично. Давайте тогда, может быть, еще, в принципе, одну карточку сыграем. Так, тропа. Все, пошла. Жара. Угу. Ребят, прикольная игрушка, конечно. Можете ее скачивать. Она довольно-таки интересная. Такая, знаете, своего рода, ну, немножечко необычная. Так, это наши чекпоинты. Нам главное даже одной ступней туда наступить. Так, это сюда вот и... Оп! Смотрите, как же просто здесь все работает. Все, финиш. Дошли до конца. Ребят, кстати, сегодняшний ролик, он будет, ну, довольно-таки долгий, потому что, как ни крути, 10 игр. Я еще никогда не играл по 10 игр. Посмотрим, как вообще вам будут заходить данные видосики. Я буду видеть, друзья, по вашему удержанию. Если, например, я буду видеть то, что вам интересны вот такие вот долгие ролики, то тогда я буду частенько снимать там по 10 игр, там, либо, например, еще больше, там, по 12, ребят, представляете, это, грубо говоря, ролики могут быть по часу, это, вот, грубо говоря, зашел себе и наслаждаешься видосиком целый час. Напишите в комментарии, или вы хотите, чтобы ролики были подлиннее. Так, давайте мы еще дойдем, в принципе, до конечной точки. Так, а, все, это уже конечная точка, да? Ну, хорошо, давайте тогда быстренько еще одну миссию с вами пройдем. Ну, просто игрушка реально забавная, очень интересная. Тропа 3. Мы сейчас быстренько прям с вами ее пройдем. Ой, так, стоп. Ребята, вот малёха, короче, приехали. Да, ударились мы с вами. Ладно, попробуем тогда еще разочек. Оп. Так, теперь вот так вот. Оп. Так, хорош. Теперь переступаем вот сюда вот. Оп, есть. Ой, упала. Чё, пиранька её сожрала, да? Ладно, ребят, давайте будем тогда закрывать эту вот игрушку. Открываем другую. И это тоже, кстати, новая игра, которая называется Coin Rush. Топ ту старт. Хорошо. Так, наша монетка покатилась. А, все, что нужно делать, так это просто, чтобы она катилась, и все. Понятненько. Управляем мы, получается, мышкой, да? Так, хорошо, проходим через это красное. Мы в красное не врезаемся, ребятки. Это финиш! Есть! И наша монетка дошла до нужной цели. Это получается, типа, 1 цент. Хорошо. Следующий уровень. Как все, наша монетка где-то упала вниз. Да ладно. В смысле, retry? Чё за прикол? Чё случилось? Снова? Снова я что-то сделал не то? Эй, а почему она останавливается, ребятки? Я не понимаю, смотрите, давайте я просто ничего не буду делать, вот. И она просто берет и останавливается. Как так вообще? Почему это случилось? О, все, наконец-то, поехали, отлично. Так. О, врезался, ребят, смотрите. Так, короче, если еще раз вот такая вот случится штука, то тогда мы, друзья, будем с вами просто закрывать эту игру. Да, скорее всего, что она глючная. Ребят, эта игра, она глючная, я, скорее всего, что удалю ее. Да, ладненько, закрываем эту игрушку, открываем другую. И это у нас Bulletman 3D. Если я не ошибаюсь, то это тот же самый разработчик. Посмотрим, я надеюсь, что хотя бы эта игрушка глючит, друзья, не будет. Получай пулей.
Отлично, первая миссия пройдена. Ну, обычно такие игрушки не пролагивают немножечко. Оп, ничего себе, даблкил, ребят. Одной пули уничтожил двоих бойцов, да? Это, конечно, я профессионал. Так, а сейчас вот одной пули троих завалил. Интересно, сколько можно максимум людей замочить одной пули? О, бомбочка. Бум. Можно вот так вот сделать, да? Щетерить. Ой, что-то босс какой-то, ребята. Босса нужно замочить. Все, 4 выстрела и боссу хана. Хорошо, продолжаем. Так, а если вот так вот сделаем? Угу, я понял, я понял. А вот так вот, бам, все. Одной пули двоих, и есть. Последнего вот так вот уничтожаем. На 3 звезды прошли. Ну мы, конечно, с вами молодцы, ребятки. Смотрите, бам, 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 бам. Теперь вот так вот. Бам, теперь вот, вот сюда вот. Бам. Да, вот знаете, мне нравятся, конечно, игры от этого разработчика. По-моему, называется Crazy Lab, либо как-то так вот. Но вот некоторые игрушки, они подглючивают, ребятки, да. И это немножечко меня не радует. Так, ух ты ж, блин, так, вот значит вот сюда вот нужно стрелять, да. Нужно было, скорее всего, изначально вот так вот выстрелить, и мы с вами бы прошли все на 3 звезды. Так, шарик, бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот тут идеально просто. Так, миссия пройдена. Ого, босс, так, ну на, босяка, получай. Бэм. Так, стоп-стоп, вот сюда вот нужно целиться, оп, оп. Оп, и еще раз. Ой, готов, получи. В принципе, я потратил все патроны на него или что? Но зато мы с вами прошли, в принципе, миссию на идеально. Так, это у нас какая-то новая оружка. Это бомбочки, ребятки. Хорошо, продвигаемся. Так, тут у нас что, это бомбочка? Нет, это не бомбочка, это обычные пули. Так, а дальше? Я хочу уже стрелять с бомбы, например. Вот давайте, о, бомбочка, отлично. Так, куда вы идете? Давайте мы сначала этого замочим. Так, бам, вот таким вот взрывом. И сейчас они, короче, вот сюда вот вместе станут. Бросаем. Бум! Есть, поразлетались во все стороны. Ребятки, давайте вот так, еще... Так, как это они замочились, я не понял. Еще вот так вот. Одна миссия, проходим еще с вами одну миссию. И все, так, бам. Все, так легко и просто. Ладненько, ребятки, закрываем данную игрушку, открываем другую. И это у нас снайпер 3D. Первая миссия, которую нам нужно использовать, уничтожить человека в красном пиджаке. То есть вот этого вот, да? И выстрел в голову прям, смотрите. Ну это пока что, знаете, ребят, легкие миссии. Дальше там будет немножечко сложнее. Поздравляю, задание выполнено. У нас новый уровень. Хорошо, так, получите награду. А что я могу делать с данной наградой? Ну, короче, скорее всего, что за эту награду, друзья, мы с вами, конечно же, будем прокачивать наше оружие. Так, ладно, следующее задание. Уничтожьте сбежавшего преступника. Хорошо, давайте. Угу, это вот получается преступник, да? Так, ну он бежит, в принципе. Давайте мы ему где-то в живот выстрелим. А ну, что будет? А, в принципе, даже если в живот, то мы наносим ему урон. Даже где-то в руку попал. Все, уничтожил, да, довольно-таки быстро. Ребят, мы сейчас с вами пройдем несколько миссий и будем открывать следующую игрушку. Так, мы можем себе купить первую пушку. Это первое наше оружие, ребята, представляете? Самое-самое первое. Так, ладно, давайте тогда приступим к следующей миссии. И что нам нужно сделать в этом задании? Сейчас мы, ребятки, с вами посмотрим, что тут нужно делать. Давай, загрузочка, загружайся. Так, уничтожьте снайпера. Снайпера или снайперов? Скорее всего, что уничтожить нужно только одного снайпера. Вот таким вот выстрелом в голову, смотрите. Бум, он не успел там никого подбить, что? Я думал, что я ему в нос попал. Ладно, ребятки, давайте мы с вами пройдем еще парочку миссий. Задание, это что? Что за задание? Ну, давайте мы тогда его используем. Вернее, да, мы его сейчас пройдем, эту миссию, быстренько. Что нам нужно сделать здесь? Ребят, кстати, игрушка называется Снайпер 3D. Скачивайте, она очень прикольная. Так, уничтожьте разбойника. То есть вот такого чувака нам нужно уничтожить, да? С вот такой вот прикольной прической. Ну как, прикольной, но... Короче, с такой вот странной прической. Так, серьезно? Вот этого чувака. Да вы что, прикалываетесь? Что так быстро я сейчас эту миссию выполню? Я думал, что тут нужно поприсматриваться немножечко ко всем. Так, премиум далее. Давайте так. А, снова уровень повышен. Ребят, представляете, за одну миссию мы с вами 2 уровня повысили. Это просто жестяк. Хорошо, давайте тогда мы пройдем с вами еще одно задание. Так, нам нужно улучшить оружие, потому что пишет, что если я оружие не улучшу, то тогда я не смогу пройти типа эту миссию. Ну, я еще не такие миссии проходил, ребят. Вот, нужно было чисто по приколу не улучшать это оружие. Ну, ладно, так и быть. Я уже его улучшил, пусть будет. Так, уничтожьте 3 бандитов. То есть вот этих вот, да? Хорошо, хорошо. С легкостью мы сейчас их уничтожим. Так, бам. Так, первый. Перезарядка.
Давай, перезаряжайся. Он что-то очень долго перезаряжается, ребятки. Так, давай, 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 давай. Второй. Оп, есть. Готов. Потом мы с вами прокачаем нашу пушечку, и она будет за раз два патрона. Ну, как бы в ней будет вмещаться два патрона. Так, все, последнего, ребятки, добили. Он как раз начинал куда-то прицеливаться, ребята. Оп, все, в шею. Отлично, миссия выполнена. Ладно, ребятки, закрываем эту игрушку, открываем другую. И это, друзья, у нас Temple Run. Пока что идет обучалочка, в принципе. Но я думаю, что мы с вами быстренько ее пройдем. Так, пока что у нас все хорошо. Это отлично. Так, теперь нам нужно сделать нижний подкат. Отлично, делаем нижний подкатик. Вообще, с легкостью. Сейчас еще один нижний подкатик. Блин, ты что башкой ударился, чувак? Я же сделал нижний подкат. Так, хорошо. А, так, нажмите так, вот так делаем. Оп, есть. А, нужно держать было. Точно, ребята, держим, 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 держим. Все. Так, well done. Неплохо, неплохо. Так, это мы можем в стороны еще бегать. Так, хорошо. Тут вот нам нужно еще по сторонам. То есть, так, на воду не нужно заходить, да? Хорошо. На воду не заходим, не заходим. На воду теперь идем по этой стороне, бежим. Давай, 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 давай. А что делает пробел? Я не знаю, что делает пробел, но, короче, нужно удалить кнопку пробела. Я в следующий раз ее удалю. Так, в какую сторону мы побежим? Давайте мы побежим вот в эту вот сторону. Оп, есть. Отлично, побежали мы с вами в эту вот сторону. Теперь мы сейчас побежим вот в эту вот сторону. Хорош, ребята, хорош. Мы с вами вообще идеально играем. Если мы, кстати, с вами куда-то врежемся, то на нас, короче, монстр нападет. Да, монстр бежит за нами. Он прям по пятам бежит. Так, это я проверяю, или я еще не разучился прыгать. Чё за приколы? Чё я только прямо бегу, а? Чё я бегу только прямо? О, наконец-то хоть что-то изменилось. Так, давайте берем вот эти вот косточки. Берем, берем, берем их. Отлично. Так, это что у нас? Типа турбоускорение какое-то будет? Хотя нет, никакое это не турбоускорение. Кстати, ребятки, вот эту вот данную игрушку я скачал именно по вашей просьбе. Да, вот вы захотели Temple Run. Вот, пожалуйста, вот вам Temple Run. Так, подкат. Подкат нижний, блин, так, ладно. End run. Короче, закончить бой. Ой, закончить бег, да? Так, посмотрим, что мы заработали. Монетки. И это все, да? Так, вот еще какие-то дополнительные монетки. Вот еще какие-то поинты. Level 2. Угу, я понял. Хорошо, вот еще какой-то сундук, ребятки. Два сундука мы сами заработали, ничего себе. Отлично. Какие-то вот очки, да? Какие-то дополнительные баллы. Еще какой-то щит. Так, все, хорошо. Так, что? Что такое? Change your power up. Давайте нажмем change. Так, use. Так, use. Короче, а, что-то я делаю. Либо щит, либо этот. Ну, давайте выберем щит. И все, play again. Все, за нами побежал вот такой вот стрёмный монстр, ребят. Смотрите, прям за нами бежит. Ну, ладно, ладно, пусть бежит. Он нам ничего не сделает, он нас не догонит. Кстати, прикольная игрушка. Спасибо, ребятки, кто мне посоветовал ее скачать. Ребят, я жду от вас в комментариях предложения по каким-то игрушкам. Например, если они какие-то прикольные там, то обязательно пишите об этом в комментариях. Я буду в них играть и все такое. Так, тут у нас какие-то уже... Ой, что-то за монстрики такие появляются-то, а? Смотрите, так, это щит. Это, блин, щит, который я упустил, кстати. Так, это подбираем денежки. Так, делаем подкатик. Хорошо, ребята. Я уже научился играть вот в данную игрушку. Знаете, вот очень сложно, когда вот, например, какая-то игра новая, что вы в нее не играли никогда. И разобраться в управлении это сложно. Нужно поиграть немножко. Ладно, ребят, закрываем данную игрушку, открываем другую. Но следующая игра, в которую мы поиграем, это у нас Brawl Stars. Играть мы с вами будем, друзья, в осада. Я так понимаю, что здесь получается, что на нашей стороне еще могут роботы сражаться, да? Если мы соберем достаточное количество болтов, да? Так, короче, побежали, побежали. По-быстренькому собирать болтики, ребятки. Нужно их срочно собирать. Так, болт на той стороне. Давай, давай, забирайте его, быстрее. Быстрее забирайте тот болт. Так, все, этого мы уничтожили. Так, у них уже один болт есть, ребятки. Так, а у нас пока что ни одного. Давайте быстренько на нашу сторону бросайте там хотя бы один болт. Так, все, есть. 2-2-1, отлично, значит, робот, скорее всего, что будет на нашей стороне. Так, сейчас берем этот болт и побежали, быстренько его закидываем на базу. Так, все, закидываем его сюда, вот, отлично. Все, робот побежал, ребятки, теперь вот отстреливаемся. Теперь стреляем, стреляем, давай. Робот, помогай нам гасить эту базу этих противников. Так, этого мы уничтожаем и все, стреляем чисто вот так вот в базу. Давай, мочим ее. Так, 50%, ребята, 50%, представляете? Мы уже раскромсали ее, даже не на 50, на 64%, ребят. Так, давайте мы идем вот сюда, вот забираем этот болтик, все. Бросаем его снова на нашу территорию. Так, оп, отличненько, у нас уже 3. Так, вот сейчас у нас будет 4, ребята. Так, давай, 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 у них тоже 3. А вот так, если мы еще сделаем, все, у нас теперь 4. Так, вы там пока сражайтесь, а я буду пока что болты собирать.
Так, сейчас у нас будет уже 5. Отлично, все, 5-й болт. И все, осада. Так, чей робот будет осаживаться? А, чей робот будет осаживать эту территорию? Так, у нас уже 7, ребят, в принципе. Так, у нас 7. Давай, побежали, побежали, побежали. Вот сюда вот бежим. Давай, оп, оп, все. Так, наш робот побежал, по идее, да? Или нет? А, через несколько секунд, да? Через несколько секунд он появится. Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, мы эту штуку берем. Так, блин, он забрал мой болт, ребят. Ничего себе, что-то они прям очень жестко начали играть. Робот появится через 20 секунд? Вы что, издеваетесь вообще? Как так? Как это возможно? Так, а ну-ка стой, я тебе сказал. Стой на месте. Стой на месте. Так, все, давай, 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 добиваем его. Добиваем. Так, все, забираем этот болтик. Забираем его срочно, срочно, срочно. Так, идем сюда, берем его, отстреливаемся. Так, у нас уже 12, у них 14. Блин, короче, скорее всего, что... Все, робот на их стороне. Ну ничего, следующий будет третий наш, ребят, не беда. Третий и последний будет наш. Короче, нам просто сейчас нужно отбить этого робота. Давайте мы его сейчас быстренько уничтожим. А, это еще и окончание боя, оказывается, да? Так, это еще уже и конец. Так, ну все, мы выиграли, ребят, мы выиграли практически. Так, меня еще подбили, остается 5 секунд. Мы бежим, в принципе, на их территорию. Давай, давай, прям с лету бежим. И бой окончен. Победа. А кто звездный боец? Нет, к сожалению, не я звездный боец. Интересно, мы что-то сейчас заработаем, там какие-то темы дополнительные. Что? Мне столько боев нужно выиграть? Не, ну это прямо очень много, ребятки, очень много боев. Так, по-моему, что я сейчас могу открыть этот пас. Да, ребят, я могу его открыть. Это у нас большой ящик, а ну-ка. Я надеюсь, что, ну, тут, как обычно, ничего, друзья, не выпадает прикольного. Так, ладно. Чтобы открыть следующий, получается, следующий сундук, мне нужно 400 этих жетонов, но это много. Так, хорошо, давайте мы с вами поиграем, знаете, в какой режим? Давайте мы поиграем в режим не захват кристаллов, а столкновение, одиночное столкновение. И играть мы будем сегодня... Так, за кого я хочу поиграть? Давайте за Макса, это у нас мифический боец. Все, погнали. Ребят, грубо говоря, в первой катке мы с вами выиграли. Постараемся выиграть еще и во второй каточке. Так, ого, тут вообще банок нету, ребятки. Тут банок нету, вы представляете? Так, а чё автоудары мои не срабатывают? Я не понял вообще, чё за приколы? Чё за приколы? Чё, они не работают? Давай! Так, все, есть. Есть, 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 есть. Я его все-таки уничтожил, того чувака. Короче, тут автоклики не срабатывают, ребят, представляете? Мне это не нравится. Так, чувак, давай мы с тобой посражаемся, если хочешь, конечно же. Так, так, прячемся, прячемся. Ой, тут одни дальники, ребята. Но у нас с вами одна банка есть, это уже радует. Нет, этого чувака мы, наверное, не замочим. А хотя, почему нет? Почему нет, если да? Так, угу. Он до меня не достанет, мне кажется. Ребятки, этот чувак, там осталось еще 7 перцев. Так, давайте будем потихонечку стрелять в него вот так вот. Оп, стреляем, 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 стреляем. Ребята, давай, 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 давай. Еще один разочек, еще там пару раз, и все, берем ульту и гонимся за ним. Ребят, давай, вот так вот просто, вот гонимся за ним. Давай, давай, давай. Ну уже, блин, там 2000 здоровья осталось, еще один раз. Все, есть. Мы с вами его уничтожили. У нас уже две банки. Хорошо, жесткий режим, ребят. Это очень жесткий режим, когда очень мало всяких кристалликов. Тут есть очень мало банок. Так, давай, 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 чувак. Иди сюда. Оп, оп, и начинаем его гасить. Привет. Привет, привет. И до свидания. Мы с вами в засаде сидели. Так, хорош. Так, хорошо, ребята. Эта подруга, наверное, не знает, что мы с вами здесь. Так, давайте мы так вот на нее нацелимся. О, кольт. Кольт, он тоже не знает, что я тут. А мы начинаем так вот в него стрелять. Давай, 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 давай. Еще. Все, до свидания. Он не успел, ребят. Я. Уже так на нескольких чуваков замочил. Так, хорошо, кто там у нас осталось? Еще осталась одна подруга, да? Так, отлично, отлично, отлично. Все, погнали, будем тогда ее мочить сейчас. Ребят, у нее 4 банки, у меня 4 банки. Ой, что? Что, 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 что? И у нее тоже ульта заряженная, ребята. У нее тоже заряженная ульта. Не-не-не-не-не-не-не. Так, стоп. Стоп, ребятки, стоп, стоп, стоп. Оп, а мы еще и ультушу свою используем, ультушечку. Блин, у нее хилка. Не, ну тут без вариантов, ребят, тут вообще без вариантов. У нее хилка, во-первых. Во-вторых, урон у нее какой-то сильнее, чем у меня. И еще что там было у нее? А, ну и хилочка, понятно, само собой. Хилка вообще, грубо говоря, вытащила все. Так, ладно. Давайте мы теперь с вами, знаете, что попробуем сделать? Еще вот один разочек сыграем вот в данный режим, но только играть мы сейчас будем... Так, за кого бы мы сейчас с вами поиграли? Давайте я подумаю, за кого бы можно сыграть. Давайте за кольта. Будет сложно, конечно, за него выиграть, потому что он у меня прокачан, и значит, игрушка подберет сейчас самих профессионалов. Да, одни профессионалы. Ну, ничего страшного, даже если мы с вами тут и проиграем. Ой, сколько тут кольтов, блин. Ё-моё. Ё-моё, как тут много кольтов. Так, ну, Эль Примо можно гасить уже потихонечку. Так, у меня тут сейчас, кстати, есть жетончик, перезарядочка. Так, давай, 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 давай. Так, ну уже, это моя штука, это мой жетон. Так, все, и мы сваливаем отсюда. Так, мы сваливаем. Так, это подруга. Все, мы тоже можем ее добить, кстати. Бежим за ней. Кольт, мы с тобой будем в тиме играть или нет?
Давай, нападай, короче, с той стороны, я буду с другой стороны в нее стрелять. Давай, оп. Нет, короче, тот чувак не хотел ее добивать, к сожалению, да? Ладно, она там, короче, в засаде сидит. Ну и правильно делает, что сидит. Так, какой, ты чё, блин? Ты чё, меня загоняешь в тупик? Ты чё? Да, да, ну давай, давай мы еще вот так вот сделаем. Все, я его замочил, отлично. Давай, иди сюда. Иди сюда, моя хорошая. Так, сейчас мы тебя ультанем как следует. Давай, давай, подходи ко мне. Не хочешь? Ты боишься? Так, ну ладно, давай тогда пока мы ультанем как следует. Вот так вот. Оп, 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 оп. И еще один разочек, все, есть. Замочил. Замочил, замочил, замочил. Теперь вот так вот делаем. Оп, хорош, хорош, хорош. У нас. О, у нас, смотрите, какой-то глюк, ребят. Какой-то глюк. Оп! Получи. Три бойца осталось. То есть она осталась, еще там кто-то один остался, да? Ладно, давайте мы того тоже, может быть, замочим, чувака. Видите, ребятки, она типа какая-то профессионалка, да, мне кажется. Ну ничего, ничего. Она. О, тут два кольта. Так, то есть я культ и она культ. Оп, мы сейчас ее повалим. Да, мы сейчас ее быстренько замочим. Постараемся, по крайней мере. Давай, загоняем ее в тупик. Давай. Да блин, что за ерунда такая? Что она маневрирует во все стороны? Она ждет, пока, короче, пока тут, типа, маленькая территория останется, ребятки. Вот она этого ждет, да, она этого дожидается. Так, ладно, в сторону уходим. Ну, блин, чувак, ты что, издеваешься вообще? Ты издеваешься? Блин, да куда ж ты ультуешь-то? Вообще не в ту сторону ты ультуешь. Давай, 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 еще один разок. Все, есть. Так, еще тут у нас один кольт остался. Так, кольт на кольт. Хорошо, хорошо, чувак. Чак, ульта, где моё? Блин, что я жетон не использовал свой? Это просто жесть, ребят, реально. То есть не жетон, а гаджет. А, второе место. Ну, а могло быть бы первое место, если бы я чуть-чуть сделал по-другому. Ладно, ребятки. Будем закрывать Бравл Старс. Давайте будем открывать тогда другую игрушку. И что это у нас? А? И это у нас Bomber Friends. Игрушка нашла для нас с вами, друзья, противников. Сейчас мы их постараемся уничтожить. Так, сначала будем нижнего уничтожать, а потом уже пойдем до верхнего. Так, будем добираться. Так, отлично. А, он что? Он самоликвидировался? Это хорошо. В принципе, это очень хорошо. Так, мы берем вот эти вот штуки всякие, всякие огоньки. Так, дальше это вода, да? Через воду я не могу проходить, к сожалению. Так, у нас бомбочка прям очень мощная. Оп, так, получи. Получи бомбочку. Так, все, ему сейчас хана будет. Хотя нет, ребятки, не хана ему, ему не хана. А вот сейчас мы сделаем, чтобы хана была. Так, берем эти штучки. Теперь берем вот эти вот огоньки. Так, отлично. Теперь левитация. Вот сюда вот, оп, бомбочку, бомбочку. И вот сюда вот сваливаем, сваливаем, сваливаем. Бум, произошел взрыв. Так, ставим еще. Ой, о, блин, сам заминировался. Все, хана, короче. Так, тот чувак выиграл. Блин, я, короче, себя заминировал, походу. Ладно, давайте тогда мы, друзья, с вами еще сразимся в одном бою. Ставим мину и убегаем в стороночку. Будем сейчас верхнего чувака гасить. Так, ставим теперь вот сюда вот мину. Так, отлично. Бам, произошел взрыв. Так, это у нас суперскорость, ребята, суперскорость. Так, ой, там щит. Блин, щит, так, кстати, очень классная штука. Даже очень классная штука. Бери, давай, 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 быстрее. О, есть, мне сейчас, наверное, буду сражаться. Так, все, получи. Получи, сейчас будет взрыв. Есть, готов. Ох, ты ж, блин, под чью это я бомбу попал? Я просто не понял. Что это было вообще? Так, мы, короче, с вами достигли какое-то, получили какое-то достижение. Хорошо. Так, мы можем его применять? Ну, короче, не знаю, друзья, можем или не можем. Короче, давайте тогда открываем следующий бой. Так, один противник найден. Нам еще нужно два противника найти, потому что без четырех бойцов мы игрушечку с вами не начнем. Так, отлично. Третья катка, ребятки. Я надеюсь, что хотя бы здесь мы с вами постараемся выиграть. Так, дайте мне какой-то щит. Чего вы мне даете какую-то ерунду? Вот реально, ерунду какую-то. Так, сейчас пойдем того нижнего гасить. О, щиток, щиток, щиток. Оп, на, получай, чувак, получай бомбочку. Так, я не знаю, что это такое? Что это за дымовуха такая мощная? Так, он хочет меня замочить, да? Это чувак. Так, бежим сюда. Оп, получи, получи, получи. Так, а кто бомбу поставил, я или он? Так, давай, давай, вот так, чувак. Короче, мы с ним сейчас будем, походу, вот так вот просто сражаться. На, получай. Так, оп, а теперь вот сюда вот. Ой, блин, все, мы, короче, с ним попали. И он попал, и я попал. Тот чувак выжил. Ну и последняя, ребятки, последняя карточка у нас с вами сегодня будет. Все, стартуем, короче. Сначала мы постараемся нижнего чувака уничтожить. Так, это у нас тут дополнительная бомбочка. Все, ставим вот сюда вот бомбочку. И все, и будем его, короче, уничтожать. Давай, оп, чувак, получай, 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 получай. Все, попал, первый попал, есть. Так, отлично, берем тогда эти штучки. Так, хорошо, берем дополнительную бомбочку. На, получай. Ого, а что там у него за бомбы такие интересные? Так, давай еще мы с тобой будем сражаться с двумя. А, тут последний остался, да?
Так, отлично. Отлично, ребятки, он остался последний, это хорошо. А что, у него бомбочек нету или что? Так, берем теперь скорость. Теперь вот сюда вот. Он, куда он убегает от меня, а? Ты что, убегаешь от меня? Оп, все, попался, 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 чувак. Ха-ха-ха-ха, ребят, победа. Круто, мы с вами его поймали, да? Ладно, закрываем тогда эту игрушку. Вот теперь я доволен. И открываем следующую. Это у нас хоррор-шоу. Сегодня в хоррор-шоу мы с вами будем играть, друзья, за маньяка. Будем ловить вот этих вот чувачков различных. Хорошо, сколько тут их вот? 4 штучки. Да, сейчас мы их, друзья, поймаем всех. Давайте я сделаю чуть погромче, чтобы я слышал их сердцебиение. Так, на, получай. Так, все, хорош. А где следы? Следы крови. Так, вот где следы крови. Так, она где-то вот в эту сторону побежала, да? Так, вот где она. Отлично. Так, на, еще ты, чувак, получай. На, еще, стой, я тебе сказал. Так, в тюрьму, короче, его, ребятки, в тюрьму сажаем. Так, все, один в тюрьме. Одна подбитая где-то вот внизу лазила вот тут вот, да? Ничего, мы сейчас ее подрежем, ребятки. Так, вот, я слышу кого-то. А, это ты, да? Все. Да, блин, я ж тебя уже раз ударил. Ты чё вообще? Ты чё, фонарела? Так, стоять! Так, а, это уже другая какая-то была, да? Это другая, она просто порядочком проходила, оказывается, да? Так, ладно, ладненько. Сейчас. Так, ты в доме сидишь, да? Ты в доме сидишь? Ну все, короче, попалась в тюрьму, короче, её, друзья, сажаем. Это уже, кстати, вторая в тюрьме. А, ту освободили, да? Того освободили. Хорошо. Хорошо, сейчас еще, значит, эту будут освобождать. Ну, ладненько, значит, мы идем, ребятки. И постараемся их уничтожить. И что вздумали? Освобождать моих заключенных? Кто вообще посмел это делать, а? Так, ты освобождаешь, да, кого-то тут? Так, ты сидишь тут, орешь, да? А кто ж тебя освободил-то, а? Угу. Ну, скорее всего, что, наверное, какие-то вот эти вот чуваки тут освободили их, да? Так, разбить дверь? Не, пока что мы дверь разбивать, друзья, не будем. Тут у нас есть только один, получается, неподбитый. Все остальные подбитые чуваки. Можно, в принципе, было в дом, конечно же, зайти, но я не люблю выбивать эти всякие двери. Вряд ли, конечно, кто-то в доме здесь будет сидеть. О, это вы открыли, ребят. Так, привет, чувак. Сидеть, в тюрьму пошел. Так, все, этого мы сейчас закроем. А, этому уже хана. Кстати, все, минус один. Так, все, это уже не желез, грубо говоря. А кто же освобождает их постоянно, а? Кто же вас освобождает? А, блин. Кто тут сидит? Может быть, в доме кто-то сидит? Так, давайте мы разобьем эти двери. Так, разбиваем их. И тут у нас что? Да, тут у нас, наверное, в доме кто-то сидит. Ребятки, вот, я что-то услышал. Так, это ты орешь? И ты орешь. Там наверху кто-то еще орал, ребят. Давайте мы выбьем эти двери. Так, оп. Так, все, мы их выбили. Так, отличненько. Теперь куда нам нужно с вами идти? Ага, так, может быть, кто-то вот в этой комнате. Так, все, один погиб, ребята. Один чувак погиб, это хорошо. А других что-то я не могу пока найти. А вот, смотрите, стоит, привет. Так, давай, ты, короче, в тюрьму пойдешь, хорошо? Так, все, ты в тюрьму. Еще у нас, получается, осталась одна подбитая. И одна неподбитая, ладно. В эту сторону идти нужно, да? Хорошо, давай, выламываем двери. Приветики. Так, все, получи, и бежим за ней. Бежим за ней. Это, кстати, какая? А, это, кстати, та, которую я подбил, да? Хорошо, сейчас мы ее добьем. Сейчас мы ее уже полностью, ребята, добьем. И потом нам нужно еще будет найти одну самую живую, да? Так, где-то. Я вижу твои следы. Я тебя вижу. Все, поймалась. Поймалась, которая кусалась, да? Так, все, давай мы ее тоже посадим. И еще у нас осталась одна подруга. Так, ее освободили, да? Это хорошо, ребят. На живца берем, грубо говоря. Так, ее освободили. Так, вот, привет, привет. Да не ты, стой, я тебе говорю. Вот, кого нужно вольнуть. Так, в тюрьму пошла. Так, это одна в тюрьму пошла. Так, и это вторая в тюрьму сейчас пойдет. Так, и все. И нам еще нужно, друзья, получается, с вами вот эту вот грохнуть, да? Последнюю. Так, и все. Ну, где-то она тут сидит, мне кажется. Это что? А, это ты. Ага, все. Ты, короче, подохла. Ты тоже подохла. И кто-то где-то здесь вот еще сидит. Ну, по-любому. По-любому кто-то где-то здесь сидит, ребят. А вот и она, моя хорошенькая. Та, которая постоянно от меня убегала, ребята. Так, где-то я ее слышал. Вот тут она вот. Доносились какие-то крики от нее. Так, где? Куда она пошла вообще, а? Так, вот, ребятки, в правильном направлении бежим. Хорошо. Хорошо, может быть, тогда в дом. О, вот где ты, да? Ого, это еще какой-то прошаренный чувак, ребят. Он еще быстро бегает, смотрите. Очень быстро, так, на, получай. Получай. Так, мы ее видим, ребятки, мы ее видим, отлично. Так, она где-то в сторону убежала, вот сюда вот.
Так, ну все, короче, мы поймали и уничтожили. Чувак, ты, конечно, молодец, что ты так долго играл, но все, я тебя поймал. Все. Получи, ребятки, миссия выполнена. Миссия выполнена, потому что этот чувак сидит в клетке. Погодите, или он может освободиться? Стоп, а где он? Он пропал. Это конец, ребят, все, мы с вами выиграли, мы молодцы, отлично. Следующая игра, в которую мы поиграем, называется Save the Girl. Друзья, в прошлый раз мы с вами остановились на 18 миссии, поэтому постараемся ее пройти. Итак, тут везде электричество, что же нам делать? Ну, давайте выберем резиновые сапоги. Да, мы проходим с легкостью. Побежали дальше, ребята. Так, разбитая ваза. Что нам нужно? Часы, наверное. Типа машина времени, да, грубо говоря. Все, отмотали время назад, и эта ваза восстановилась. Так, там много воды. Так, закрыть либо комбинезон. Давайте мы сделаем вот так вот. Оп! Упали! Нет, ребят, нужно было... Это как его? Первый вариант выбирать. Так, у меня хватает денежек, да? Да, мне хватило денежек, чтобы продолжить именно с этого момента. Так, ура, лифт! Мы с вами зашли в лифт, и у нас 100 монеток всего-то навсего. Ё-моё! Это мало. Ай, ребят, за 100 монеток мы с вами уже не сможем вот так вот восстановиться. Хорошо, 19-я миссия, погнали. Мы с вами находимся в лифте, ребята. Лифт остановился. Это, кстати, неприятно. Так, только не сторожевая собака. Так, давайте мы ее напугаем. Ага, страшно, все свалило. Ой, что за глаза? Так, кто здесь? Бомба либо это. Нет, я думаю, что бомбу не стоит, друзья, в лифте взрывать. Это глупая идея. Так, мы рванули данный шарик. Теперь что? Угу. Так, теперь штанга, либо эта штука. Ну, этой штукой, по идее, можно открыть дверь, но, наверное, что штангой мы сейчас качнемся, да? О, ребят, реально, мы качнули штангой, теперь мы стали прям такими мощными с вами перцами. Так, все, миссия выполнена. Ребят, напишите в комментариях, кто прошел полностью... Save the Girl. По-моему, что тут где-то до 100 миссий. У нас только 20-я сейчас с вами. Представляете, сколько нам еще в нее играть? Ё-моё, так долго. Прям очень долго. Так, дальше. Зонт, либо эта штука. Давайте мы выберем вот эту вот штуку. Ведро. Так, все, готово. Что-то правильно, да? Да, это было правильное решение. Теперь машина. Ух ты, эта машина разбитая. Что я могу сделать? Ну, мы можем, наверное, ее либо поднять, либо раздавить. Получилось, да. Мы ее раздавили, ребята. Хорошо. Продвигаемся дальше. Что теперь? Какая огромная дыра. Смотри, только не свались в эту вот дыру. Так, крысы, либо шар. Давайте выберем крыс. Оп, привет. Так, она испугалась крысу и перепрыгнула. Ребята, я хотел шар выбрать, представляете? Как хорошо, что я его не выбрал. Все-таки мы с вами выбрали правильное решение. Есть. Приняли правильное решение. И давайте еще пройдем. Ну, посмотрим. Может быть, две миссии. Может быть, еще одну миссию. Так, так, холодно. Перец либо огонь. На, съешь перец. И чё? Так, острый, очень острый. О, ребятки, согрели. Здесь нужно выбирать, типа, грубо говоря, нелогические ответы. То есть, смотрите, мы можем по голове настучать ему, либо эту штуку использовать. Давайте по голове постучим. Так, на, залазь обратно в свою нору. И последнее, друзья, последнее решение, которое нам нужно принять, желательно правильное. Так, давайте вылим ведро с водой. Так, это сейчас все застынет. Угу. Все, и мы проходим. Ребятки, давайте мы с вами пройдем тогда еще одну миссию. И будем открывать последнюю игрушечку на сегодня. О, кстати, у нас уже 250 монеток. Если что, если мы, например, ошибемся с вами, то мы можем выбрать, использовать наши денежки. Так, ну что, 22-я миссия. Погнали, ребят. Надеюсь, что мы с вами ее пройдем просто на идеально. Снеговик. Угу. Расчистить либо солнце. Ну, было бы логически, конечно, правильнее. Правильнее ответ это, конечно же, выбрать лопату и расчистить это. Но я думаю, что тут нужно солнце выбрать. Потому что, да, эта игрушка вот... Это, в этом ее вся прелесть, ребят. Что нужно выбирать такие вот ответы, которые бы не подходили. Дальше, смотрите, медведь. Большой и страшный медведь. Вот что ей делать вот в этом вот, смотрите, в этом случае? Ну, по идее, типа, дать мед, да? Но я думаю, что все-таки розу нужно... взять. Так, я взял розу, притворился мертвой. Видите? Угу. Так, ладно. И последнее решение, ребята. Так, последнее решение. Что нам нужно сделать? Она хочет есть. Смотрите, либо, получается, съесть стейк, либо позвонить и заказать еду. Давайте мы позвоним и закажем еду. И что будет? Так, все, я позвонил и... Это правильный ответ?
Да, ребят, это правильный ответ, представляете? Капец, какая игрушка вообще, кто ее придумал? Ладно, ребятки, закрываем эту игру, открываем последнюю на сегодня, это Майнкрафт. Ну а сегодня в Майнкрафте, друзья, мы с вами будем проходить карту, которая называется паркур. Блин, и вот из этих чуваков я ничего не вижу. Чуваки, блин, дайте... Да ё-моё. Вот реально, из-за них вот ничего вообще не видно, ребятки. Так, наконец-то так. Наконец-то первое препятствие мы с вами преодолели. Так, опа, сюда, сюда. Так, и что тут у нас? Так, ну, это вообще, типа, легко пока что, да? Так, хорошо, а где у нас, где наше сохранение следующее, например, будет? Я, друзья, не знаю, но тут главное не становиться на пол. Если мы станем на пол, то все будет очень-очень печально. Так, теперь вот сюда вот. Я надеюсь, что сейчас где-то будет скоро сохранение какое-то, ребятки. Так, что? Что? Как это возможно? Вы что, издеваетесь? Я столько прошел. Ребята, я столько прошел, что это просто жесть. Это что за такой паркур, блин, странный вообще. Так, а можно поменять, например, его на что-то другое, на какой-то другой паркурчик? Короче, ну ладно, раз я уже решился сегодня попаркурить, то давайте мы с вами попаркурим. Но только, о, знаете, что мы сейчас сделаем? Давайте мы сейчас с вами выберем уровень сложности. Ну, типа, не такой, конечно, легкий, как этот, да? А что-то, чтобы посложнее было. Хотя, вы, наверное, мне говорите, Алексис, какой сложный уровень? Ты и нубовский паркур не можешь проходить, ребят. Потому что это реально нубовский паркур. Вот это вот, тот, что я сейчас прохожу. Давай, чувак, ну, уйди в сторону. Не мешайся мне, блин. Так, ладно. Да ё-моё, ты чё издеваешься надо мной? Ребята, это чё такое вообще? Чё за приколы? Как проходить этот вот нубярский паркур? И почему чекпоинты сделали так мало чекпоинтов? Вот где следующий чекпоинт? Я не понимаю. Вон! Вот там вот? Серьезно? Вот там вот следующий чекпоинт? Капец, блин! Серьезно? А как мне туда пройти? Ладно, ребят, давайте будем просто аккуратно играть. Прям очень аккуратно. Вообще, каждый шаг у нас будет продуманный. Так, вот так вот. Оп, оп. Просто каждый шаг, ребятки, продумываем с вами. Так, оп, сюда. Теперь сюда. Теперь вот сюда. Вот. Так, дальше, чем это вот место, я, по-моему, еще не запрыгивал, да? Так, хорошо, ребятки. Каждый шаг мы с вами тщательно планируем. Тщательно продумываем. Так, туда немножечко так далековато было, но я это сделал. Так, хорошо. Теперь главное не свалиться, ребятки. Главное не свалиться. Так, хорош. Хорош, оп, оп, так, отлично, оп, так, хорошо, тут нужно сделать вот так вот, теперь по лестнице, что, на самом финише, ребят, ну, у меня просто не хватает терпения, ладненько, ребятки, на этом я свое видео буду заканчивать, кому оно понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, на с вами был я, Алексис, всем удачи, всем пока.